Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы сегодня играем за босса. И нам нужно уничтожить врагов. Да. Ну что ж, поехали, посмотрим, сможем ли мы одолеть врагов. Так, первая волна пошла. Так, здесь, а ну-ка, встанем сейчас. Опа, вот они, поехали уже. Первые танки. Ну, сначала маленькие будут у нас ехать. Я надеюсь вообще, ребята, выиграть алмазики, чтобы открыть потом легендарный сундук и получить легендарный танк. Так, давай немножечко назад отъедем. Опа, нифига. Так, ладно, ждем. А, почему мне приходится вас два раза стрелять-то? Не, нормально все. Как раз в этом месте попадаю ровно им в башню. И они уничтожаются. Так, вторая волна врагов. Эх, надо нам выстоять. Выстоять, попробовать выиграть. Так, ну где там кто? О, попадаю, попадаю. Ох, нифига, вонючки. Вонючки приехали. Смотри, они так легко и не уничтожаются, смотри. Офигеть. Так, давайте, надо немножечко отойти назад. Ой-о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 й
еще один, и еще один. Да что ж ты не убиваешься-то, а? На. Хорошо. Так, здоровье мне только подпортили немножко. Где там следующий? А, нифига, титаны, титаны пошли. Ой-о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 й, титанчики. Титанчики, это не очень хорошо. Ладно, сейчас попробуем мы их отщелкаем. Ух ты, нифига они меня мочат. Да ёшки-пашки. Смотри, что творится-то. На. Ух ты, тихо-тихо, меня практически перевернул, смотри. На. Готов. Кто там следующий будет? Давайте немножко поднимемся наверх. Посмотрим. Ё-моё, смотри, что творится. Ух ты, ух ты, ух ты, Катюша. Так, мне надо поближе подъехать. А, ну так не получится поближе. Все равно они тут меня достают. Да. Меня достают они. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Ой, все, конец игры. Меня щелкнули, считай. А, можно дальше играть? Ничего не надо будет тратиться, да, у меня? Ладно. А, запчасти снова стоит 5 кристалликов. Ну, ребята. Ну, кристаллики-то я вообще-то же копить собираюсь. Мне смысла такого большого нету их покупать, наверное. Ладно. А, давайте просто тогда поиграем. Классический крушитель луны. И выберем танк какой-нибудь. Так, этими я играл. А, ну давайте поиграем за такого красненького. Красненького танка. Титанчика. Сейчас поедем. Поедем на Титане. Крушитель Луны. И заработаем немножко денег. Надо заработать денежек. Денег вообще мало. Может быть, даже я куплю какой-нибудь окрас. Окраску какую-нибудь куплю кому-нибудь. Джокеру, например. Да-да-да. Джокеру я куплю окрасочку. Там такие зубки были. Так, что ж такое. Ну, там, конечно, монет много надо будет. Но мы сейчас справимся. Посмотрим, сколько мы сейчас сможем максимально монет поднять. 386 монеток всего у нас есть. Мало очень. Мало, я знаю. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ладно. Ну, у нас этот еще есть. Кстати. Кстати, мы можем сейчас... Ага, вот босс идет. Ну, пока мы его не убили, мы сразу сейчас захилимся. Немножко. О! Соточку, 100%. И вот, уже попадание идет, смотри, в лазерную пасть. Уже попадаем. Едет, едет он. О, последний удар, и все, готово. Уничтожили мы его. Так, все, нам... А, ну, в принципе, нам это не пригодится, да? Ну, пусть будет. Ага, ремкомплект. У меня еще один есть ремкомплект. Опа, нифига, я хотел тебя щелкнуть, а попал в другого танка. Да, мне нужно второго босса уничтожить. Второй босс нам побольше денег даст, чем
Он первый. Первый это самое мало там вообще монеток дает. А вот второй босс уже побольше. Третий босс. Ну, до третьего босса я еще пока не доходил. К сожалению. Ой-ой-ой-ой. На! Сколько у вас тут? Так, давай отъедем немножко. Очень много стреляет меня. Фига себе, я одним ударом сразу двоих уничтожил. Так, подожди, тихо. На! Готов. Попали мы в него. О! Прям с разбегу. Ах, мимо. Мимо не получилось. Так, что ж мне с тобой сделать-то, чувак? Ладно, сейчас мы поступим вот таким образом. Отлетает танк вообще на 10 метров целых. Угу. Что, поехали, смотрим, что, кого здесь. Ага, вот, Катюша едет. Катюша. На, получи. Так, и пошли лазерные пасти. Маленькие такие лазерные ротики. Еще пока не пасть, но лазерный ротик. Так, ну все, что у нас там получается по здоровью? А где у нас скоро там... Скоро будет второй босс. Опа, готово. О, здесь я встану, пока буду всех тут уничтожать. Сейчас даже... Ух ты, надо будет залечиться мне немножко. Так, мимо. На, получай. Так, сразу подхилимся. О, хорошо. Кто там еще у нас тут стоит? А, вот он едет. Есть, одного уничтожили. Так, и вот этого вонючку тут. Ух ты, он меня прибивает прям с такого расстояния. О, красненький. Красненького я люблю. Ну, он быстро умер. Ах, кто там у нас, армада? Угу. Ну, давай. Поехали. На, получай сразу. Втык. О, с двух ударов мы армаду уничтожили. И уже практически 600 монет у нас есть. Так, 100%, конечно, мы не залечились. Вот сейчас нам нужно будет аккуратненько быть. Смотри, сколько их много, танков вот этих. Злодеев. Сколько? Еще два танка, офигеть. Откуда вы беретесь, алло? Вот, уже практически 600 монет. Есть уже 600 монет. Таким способом мы, ребята, заработаем много денег. Таким способом. Играя крушитель луны. На, получай. И ты тоже. И ты тоже, дружище, сейчас получишь у меня пульку. Едь сюда. На, готов. Готово, едем дальше. Нам нужно третьего босса уничтожить. Так, никого нету. А, едут, ребятушки, едут. Аккуратно едем. Опа, получай. Сейчас, на, мимо. Есть. Так, ну там еще куча будет танков. Во. О, сейчас мы отсюда их будем стрелять. Всех. Так, ну что, никого нету? Ладно, поехали посмотрим. Проверим. Да, реально никого нету. Ни одного танка нету. О, монетки, смотри. По идее, где монетки, тут будет много танков. Ни, никого нету. Вот, едут уже. Одного щелкнули. Так, сейчас надо вот этих вот отщелкать. Ой-ой-ой-ой-ой. На! На, получи. Так, и ты тоже. Слушай, чувак. Мимо. Мимо. О, я тут дальше не могу двигаться. Ехать дальше не могу. Места нету. Все, держимся. Осталось совсем чуть-чуть. Так, кончились танки, что ли? Ну, точно. Красненький ехал. Ехал, но не доехал. Так, здоровье у меня еще нормально. О, все. Пошли. Один, второй. Вот и третий. Четвертый едет с малышом. На, едь сюда. На, все, щелкнули мы его. Хорошенечко так. Угу. Ох ты, елки-палки, сколько вас тут много, а? Смотри, с Катюша даже приехала, офигеть. А куда делась Катюша? Так, у меня вот это надо сейчас как-нибудь быстренько щелкнуть. Здоровье уже половина, здоровья. А, Катюша перевернулась, что ли? На. Так, тут еще видишь, эта волна идет. Боевая такая.
Опа, тихо. Тихо. Ох, ты что творишь, а? Алло. Давайте сразу, ребята, захилимся. Во. До третьего босса мы должны сегодня доехать, справиться. Так, этого сейчас. А, ну этого, в принципе... А, не долети до меня. Долетела. Бомбочка его. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, тихо, тихо. На. Следующий, кто там? Вот эти вот осколки, они мне вообще мешают. Конкретно причем. Так, никого нету здесь танков? Угу. А, вот, несется, несется уже. На, получай. Еще два или три танка уничтожить надо будет. И будет босс. О! Есть. И вот этот маленький, наверное. Да, готов. А, нифига, еще кто-то. Еще кого-то мы не уничтожили, не убили. О! Катюша, смотри, стоит. А, тут не только Катюша, еще вот лазерная. Лазерный ротик бегает. Так, Катюшу, все. Уничтожили мы, ребята. Кто у нас там? Ага, кнут. Ладно. Так, монетки. Ё-моё. Я монетки хотел собрать еще. Ты чего? Чувак. Все, третьего босса уничтожили. Смотри, у нас уже 810 монет. Я же говорил, много монеточек будет. Теперь можно еще, в принципе... А, нет, подожди. Нет, не успеваем. Мы подлечимся. Подлечимся сейчас, подлечимся. На. О, какие вы быстрые. Смотри, сколько их много тут, во-первых. Во-первых, танков очень много. Во-вторых, мне монетки надо собрать. Ёлки-палки. О, вообще здоровья у него мало. Так, сразу лечимся. И едем монетки забираем. Сколько у нас? 120 уже. А рекорд был 159. Не знаю, дойдем до рекорда или нет. О, мне нравится, сейчас прям куча этих танков будет. Куча. Надо отъехать, отъезжать немножечко. Дальше. Вот здесь в засаде постоим. Ух ты, нифига, прям два танка ехало. Слились вместе. На. О, перевернулся. На, получи. Давай до тысячи я накоплю монеток. Или нет? До тысячи. Вообще, надо будет с боссами повоевать. Мне много дадут денег. Бой с боссом. Там реально можно кучу денег заработать. Сейчас мы, может быть, так и поступим. Поиграем в бой с боссом. Тихо. На, получай. О, сколько вас много, а? Смотри. Такие вот мухи. Комары такие вот. Их, они вроде маленькие, но их много. Поэтому тяжело очень всех их уничтожить. Вот есть один и второй готов. Все, 1000 монет. 1000 монет заработали. Что, поехали дальше? Вот, лазерные. Лазерные чуваки. На! Есть. Готов. Следующий. Тихо, 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 тихо. На! Нет. Вот, на, получай. Есть, одного уничтожили. И второго. Все, двое готовых. Так, красненький, ты что здесь делаешь вообще? Алло, на, держи, получай. Так, 1000 монет у нас уже есть. Так, ух ты, этот кнут. Маленький кнут. Что у нас? Ух ты, все, монеты, монеты. Надо собрать монеты и валить уже отсюда. Ах, меня сейчас уничтожат уже. Очень много танков. Очень много. Ну, смотри, они меня преследуют просто-напросто. Ух ты! Все, ребята. Я был в засаде. Да, взяли меня и уничтожили просто-напросто. Ну что ж, дорогие друзья. Поиграли, посмотрели, постреляли. Всем хорошего настроения, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем до новых встреч, всем пока-пока.